Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу, 27 мая, в парке имени Юрия Гагарина пройдет 24-й фестиваль прессы. В этом году он посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу. В фестивале примут участие ведущие средства массовой информации города и области, газеты, телерадиокомпании, радиостанции и интернет-СМИ. Телеканал «Самара ГИС» приглашает всех вас присоединиться к празднику. Мы будем рады видеть вас у себя на площадке. В программе выступление Самарского муниципального духового оркестра под управлением Марка Когана, мастер-классы от профессиональных футболистов, тематическая фотобудка, игры и конкурс детских рисунков на асфальте, а также розыгрыш невероятных призов. Найти нашу площадку легко. Вход со стороны Московского шоссе. Ждем вас. Официальное открытие фестиваля в 11:00 на главной сцене. Ну а площадки начнут свою работу уже с 10:30. Ждем всех в парке Гагарина. Также в субботу в Самаре пройдет первый фестиваль «Место», организованный арт-тусовкой города. Мероприятие планируют стать ежегодным и каждый раз открывать городу новые места. Поэтому первой площадкой проведения стал комбикормовый завод рядом с элеватором. В ответе за художественную часть архитектор Дмитрий Храмов. С самого утра уличные художники будут создавать стрит-арт с речными мотивами, а с 11:00 начнет работать выставка-продажа работ живописи и графики. Для малышни создадут отдельное интерактивное пространство в программе «Лектория» – спикеры, которые расскажут об искусстве, дизайне, путешествиях и философии. Участники самой вкусной площадки «Фуд-зоны» – это самарские рестораны, стрит-фуд-проекты и гастроэнтузиасты. 27 мая – фестиваль «Место», Хлебная площадь, 4, с 11 до 22:00. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!